Мы не знаем его имени. Мы не знаем, кем он был. Мы знаем только то, что он был убит, отстаивая интересы жителей Луганской Народной Республики. А ведь он был чьим-то сыном, любящим мужем и примерным отцом. Уже 5-й год на границах Луганской Народной Республики продолжают гибнуть защитники нашей Родины. Эти солдаты для нас являются воплощением доблести и силы. Мы благодарны тем, кто в минуту смуты оказался там, на поле битвы, один на один с врагом, и выстоял. Многие из ополчения 2014 года погибли в кровавой войне, но каждый из них остается в нашем сердце. Да, мы не всех знаем поименно, но этот собирательный образ героя Донбасса навсегда сохранится в нашей памяти.